Так, ну что, отправляемся мстить за сранцу кровоглоту. Так, там, да, вроде бы. Сюда. За все обиды. Так. Я после Bloodstain забыл, как кнопки такие нажимать. А, бывает. Должна же тактика сработать, да? Ой-ой-ой, задел. Так. Я помню, какие проблемы, да, с бэкстебом были, бля. Были проблемы с бэкстебом. Получился, чтобы нормально делать с ним. Музыка с ним играет рисковатая. Оп, ну, отлично. Ну не, вот почему не делает, я не знаю почему. Он какой-то секиры. Ну, давай, давай. Не получается. Теперь. Ладно. Походу, в принципе, с бэкстеба его убивать. Фазой. Моя ошибка. Что-то перемещается как-то странно, какими-то рывками. О-о-о. Я реально не понимаю, почему перестала работать эта штука с ней. Встаем. Давай уже так. Его быстренько убить, когда он будет переходить в третью фазу. Блин, нет, не успею. Ой, попал. Каким-то немыслимым образом он меня попал. Сейчас, секундочку, Никит. Моменту в море. Ой, нет, это мой, моя ошибка. Пипец. Это было близко. Знаком сейчас кинул скрин письмо от Sony, что типа он получит консоль неизвестно когда, не 19 числа, то бишь сегодня. Решите 10% скидку у них в магазине, только он про заказ первый день открытия предзаказа. Хорошо, смотрю, Sony подготовились. Здорово, здорово, да, подготовились вообще, блин, отлично. У меня уже сегодня один человек играет в PlayStation 5, я он в списке друзей посмотрел. Вот этот Astrobot Playroom. И там даже иконка, блин, у Sony в 5 своя прикольная. Пока, правда, один из списка друзей играл. Не знаю, может быть, сейчас кто-то еще уже играет. По крайней мере, часа три назад человек был один. Короче, ладно, вот так вот делать. Нафиг этот бэкстеп.
смотри какой, а. Не, по 800. Маловато, маловато, короче, таким макаром. О-о-о, дальше, 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 дальше. О, пошел, пошел в разнос, блин, а. 1500 тоже мало. Музыка играет гадкая. О, он около 7, отлично, все. Ой, ой-ой-ой, поехал туда. Далеко ли ты поехал? Он в разнос пошел. Ага, два, три, четыре, пять. Ой, ой, далеко. Смотри, какое. Тихо, 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 тихо. Ууу, все, я друг. До свидания. Просто мне вырвал с кадыком все, что только было. Здорово, Миш. Че здесь вторая кровоглотка? Че, Миш, скачал эти клипы-то? Посмотрел уже? Или пока еще не до этого было? Как же он нас уделал. Просто. Невозможно. Это просто невозможно. Какие клипы? По Bloodborne какие клипы? Тебе ссылку в Discord скидывал. Вот ты сейчас тут Ваньку-то валяешь, блин, а? Миша, да, да. А в этом весь Миша. Сейчас какой такой Bloodborne, да? Заколебал танцевать, иди сюда. Как тебе такое, блин? Кровоглот. Оп, ах, все. Оп, 1800, 1200, 2500, 2900. О, я умираю. Как я ему 2900-то снял одной цепью, а? Хватит поясничать. А, не успел! Надо было просто бить его. Заколебал, иди сюда. Нет, ну не так, ну заколебал, не хватит мне жрать, блин, а. Что за всратая атака у него такая, блин, а. Навесил на себя свои тряпки, блин, а. Эх, издевается над людьми. Как только может, блин. Че, мы его одолеем когда-нибудь. Хорошо хоть бежать. Вот, да, вот что здесь нравится в чашах, то что до босса бежать буквально он. Всего ничего. Не, что, не то, что как на Людвига пока добежили, на Лоуренса там всякого, на Амелия. Полгода пройдет, да на. Они уже сами состарятся и помрут, блин. Такой размах делать. Какое дело. О, да иди ты нафиг. Он не здесь. Шел вон отсюда. Сноглазка. Как он
меня задел, блин, а? На тебя. А, все, в стеночку попал, да? Все, что делаю, блин, а? О, сам ко мне пришел. Нет, да... Он просто одна атака мне все жизни снес, блин, а? Зря его не любил, блин, когда первый раз с ним встречался. Такой мерзкий. Да-да-да-да. Опа! Что, не нравится тебе такой, да? Как тебе такое, Илон Кровоглот, а? Потерялся, потерялся, не знаю, что делать. Вот это ты зря, вот это ты зря, блин, ты не на того лапку свою поднял, блин, а? Да как ты так попадаешь? Что у тебя, блин, там окно? Ой, ты дрянь. Ой, ты дрянь. Вот это его там носит, блин, а? Ага, хитер, бобер. Давай, иди сюда. Я так тоже могу. Оба, оба, оба. Больно тебе, да? Конечно, больно, блин. Оп, раз, два, три, четыре. О, нет! Пять. Видите, как в жопу орёт он, блин, а? О, давай, давай, себе, себе. А, у меня стамины не хватило на удар, блин. Обиднее всего, у меня стамины не хватало на удар. Так, 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 ушел, да? Он что-то задумал там. О, сейчас его будет там плющить, да? Давай, блин, не дотягивайся. На, давай. Раз. Ну, так что ты не дотягиваешься, блин, что за хрень? Ой, опять плюща, да, его? Да. Да не! Нет, умираю. Он умирает. Умер, тварь. Как тебе такое, блин, а? Уф. Чаша предков больного Лорана. Самоцвет, оттенок свежей крови. Ух, блин. Ух, блин. Лорд Кровоглоточка. Хорош. Хорош, хорош. Уф, спасибо. Справились. Это было жестко. Жестко и вообще не мотивировало.
дальше будет. Не знаю, что там. Подсказка была, подсказка исчез. Ну и... Ты чё? А, это этот... Устройство. Рычаг. В принципе, шустро разобрались с ним. Теперь могу смело сказать, что кровоглота я тоже убил. В одиночку. Ой. Ну нет, ну не пол. Понятно, искать надо сразу же деву. Дева, что управляет пауками. Все? Еще одна дева есть. Или нет? Есть, я слышу ее. Укротительница пауков. Умер. Ну все, 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 домой, пауки. Фух, блин, да с ртутной пули, блин. Зыру накупил их. Одна холодная кровь. Так. Открывается? Открывается. Сейчас такие пауки оттуда, да? А, нет. Ладно, сейчас сначала здесь все смотрим. А потом уже пойдем дальше. Сколько можно ртутных пуль? Я так редко сейчас ими пользуюсь, блин, меня за... Не понял, так. Они заставляют меня, блин. Типа. Твою мать! Вот это я сейчас перепугался, блин, а? Наш было так напугать, блин, а? Уф. Ладно, все, мне не страшно. Это кто у нас здесь? Йоза, звериный кул. Ну давай, да. Побыстрее просто чашу зачистим, блин. Чем бегать одному здесь. Йозеф. А, ты. Да, такой. Могильная плесень. Ой-ой-ой, подожди, нет. Нет, только не кричи. Не кричи. Ты ее напугал, дурень! Ой, сейчас будет. О-о-о! Этот придурок ее напугал, блин. Она такая же быстрая, как, блин, ее... Сестрица с другим оружием. Все, отлично. Ртутные пули. Фига ты красавчик такой, а? Так. Столько такие остались. Длинные, худощавые. Вон она чё. Как-то сверху ещё стреляют. Только что ртутные пули, да? Да. Не нужны нам ртутные пули. Ох, не нужны. Поздно, поверни назад. Есть только сообщение. Берегись любознательность. Не дай себя обмануть. Охотник, жалость какая. Жалость какая. Да, ну и хрен с этой любознательностью. Всем скажу, да. Пишем, впереди тупик. Все знали, что не стоит сюда ходить.
Так, где там впереди? Место. Должно же быть здесь тупик, да, вроде как? Так. Ловушка по свету, рычаг сокровищ мертвое. Синяя, блин, предмет, ключ. Все. Не, вряд ли, да. Тьма. Жалость, все. Добавили тупик, было бы лучше. За мной, звереныш, не отставай. Какой он медленный, блин, а. Чё-то еще сломали, еще одну колонну, похода. Водичка. Дерингоу, если что, не знаю, сегодня получится или нет вечером депонию запустить. Если не получится, то зато депонию запустим. Первый стрим за Bloodborne, наверное, будет. Второй по Японии тогда, допустим. Это если сегодня вечером не получится, я, может, часиком в 8:30 вернусь. Посмотрим. Так, это мы как раз таки вышли сверху. Откуда они и стреляли? Сначала сюда пойдем. Ой-ой-ой-ой. Это опять это дурная с косой, да, нашел фейбл с графикой новой. Это какой-то этот любительский, ну как этот, фанатский патч или что-то. Так, я понял, что она прям совсем дикая женщина. Все, нормально, отлично. Так, волосы мудреца. Это тоже, да, ритуальный, походу, материал. Да, тебя виртуальность святой чаши. Все, понял, кажется. И как тебе? Блин, я первый фейбл переиграл. На Соньке, да, супер. Игрушка прям классная для своего времени была. Такая добротная. Жаль, только там вот этот вот временной отрезок, сегмент сделали короткий, когда ты ребенком там играешь. Там он совсем короткий. Следующая часть уже не так, конечно, блин, по ощущениям. В третью играл, и что-то прям как-то вообще. Что-то Windows Live, блин, грёбаный. Ух ты, все, упала сама. Ну и фиг с тобой, упала и упала. Потому что я с тобой не свалился, блин. Нет, свалился все-таки. Все-таки свалился. Кого там жаришь, блин, а ты чё? Вот хоть этот как холодной крови. Так, быстренько еще раз обжим, там какой-то предмет был. Соберем и пойдем на следующий уровень. Не до сих пор, вон диск лежит, лицензия Fable на ПК. Которая мне отказывалась, блин, ставиться на XP-шку, что ли, когда я пытался давным-давно. 300 лет тому назад. Так. Смесь едкой крови, это хорошо. Бешеная холодная кровь. Есть только скорбь. Ну и да, скорбь. Здесь, наверное, да, какой-то будет еще секретик. Положить при, поэтому могу умереть. Блин, здесь реально что-то подстава какая-то. Скрытый путь идет впереди.
Ах ты обманщик. Лгун ждет впереди, да. Плохая запись. Лгун ждет впереди. Точно подметили. Га, как мы быстро вместо 149 тысяч накопили там. Буквально убили босса на 60, да, чем там тысяч. И здесь просто пробежали. Круг один сделали. Там реально. Текут ручьем. Отголоски. Ты бежишь за мной, нет? Он не любит тупить, эти напарники. Ничего не делать, блин, застревать где-нибудь. Ох ты, падла, блин, а? Вот наказывать надо, падла, блин. Небось, про засада, да? Тройный материал ошибка сокровища впереди. А другое надо было оставить. Засада, как ждет впереди. Действие засада, да? Подожди, здесь СБ. Засада, да. Что какие они хит. Стоп. Подобрался. Отлично. Лен, привет-привет. Ты как там закончил, да, со стримом пока что? Вроде как должна была начать же еще одно. Засада. Еще одна засада. Одни засады вокруг. Тут тяжко. В смысле, игра тяжко или просто пока тяжко к стримам возвращаться? Ну так прям на большое время, скажем так. Вступила и русик поставить не могла. А, это бывает, да, блин. Не всегда так просто, как кажется. Воу. Алярм. Нас пытаются убить. Не-не-не, не смейте его убивать. Он мне еще здесь помочь может немного. Отлично. Вообще тяжко. Это да, я тебя прям понимаю здесь, как никто другой. А ничего, потихоньку, полегоньку. Как там не все сразу же правильно. Если поэтому время для падения. Время для падения. Давай сделаем время для падения. А, я... Ой! До свидания. Пузырек. Так, здесь пещера назад. Ладно, стой там пока что, приятель. Я пойду разведаю обстановку. Тяжело играть, как полтора глаза на ребенка, это да. Оно что-то не помогло. В смысле, почему? Где, кому скалы и почему не помогло? Для смертельной атаки. Что там, Ярик поправляется потихоньку, да? Это, конечно, тяжело. Постоянно тоже отвлекаться. Могли бы сейчас метод смертельную атаку сделают. Спокойно, Фрэнки. Я ни в чем не виноват. Ох ты, вас сколько, ребята, блин, а? Сейчас. Прям секундочку. А, он в этом застрялся. Ну, понятно. Блин, он сундук живой. Ну. На тему развода. Чего там вообще как? Все, потихоньку все должно, ну, легче стать.
срочно отказ сказал. Ну, не сразу же прям, да, но уже потихонечку ситуация там будет отпускаться. Все больше, больше и больше, и будет проще становиться. А так, конечно, все будет хорошо. Мы там даже не сомневаемся. Все будет хорошо. Просто иногда нужно чутка больше потерпеть. А ты откуда упал? Ничего себе, интересно как. С потолка что? Он там сверху, что ли, мой приятель бегает, да? А вон она чё. Ромка, привет, привет. Так что тебе просто потерпеть немножко надо. И все обязательно наладится. Поверь уж мне и моему опыту. Время для смертельной атаки. Уж эти советчики со смертельными атаками. Подожди, знаешь что, хочу свернуться. Там же еще один проходик был. Ну как проходик, я так понимаю, что это просто... Там либо тупик будет, либо возврат на мост сверху. Ну что, он прыгать не хочет, короче говоря, блин, а? Бестолковый компьютер. Просто будет бегать за мной туда-обратно, только я понял, что он поверху. Так, здесь же ничего нет, да? Да, здесь ничего. Значит, вот здесь вот. Берегись, чудовище. О, нет. Сраный факир. Ладно, с ним у нас такой разговор будет. Иди сюда. С факиром и у меня разговор короткий. О! Ну или у них со мной. И давай, давай, давай. Не получилось. Еще раз. Какие у тебя размашистые атаки, блин, а? О-о-о-о! Тихо, 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 тихо! Мама! Умираю! Не то. У меня щит должен был быть в руках. О, что-то я что делать-то? Нет! Да как ты по мне попадаешь-то? Я умираю. Грёбаные фокусники, а? На. Все, до свидания, блин. Делов-то на три конфетки. Многострадающий дух офифин, гори, гори. Ясно, здорово, Дим. Как ты, как твои дела? Тоже давненько тебя уже не видел. Фух, главное, что мы справились. Распустившийся цветок холодной крови. Очень интересно, но не очень полезно. А здесь еще. Бастард Лорана. А тут там? Опять распустишься, сук. Блин, ну дайте мне... Мне нужно желе, блин. Розовое или как оно там, блин? Красное или розовое желе. Что тоже открыли. Здорово, Верт. Так и должно быть, что ли? Как так? Слышно, вот штиняю, где попало. Сам чё-то как? Да сам так себя. Стараюсь не унывать. Но чё-то как-то. Говнишка, говнишка пока, блин, происходит в жизни. Ну ничего, как обычно прорвёмся. Не в первый и даже не в 50-й раз. Так. Здесь поднимаемся по лесенке, да, и встречаем своего товарища. Который тоже где-то ходит, бродит, блин, пользы не приносит. Только кричить. И кричить. Вон он. Ну чё ты, иди сюда, блин, а? Стоит вот там Йозеф, блин, а? А здесь чё?
Ой, 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 Йозеф, Йозеф, на помощь, Йозеф! Хулиганы зрения лишают. Йозеф! Йозеф! Иди, твою мать, Йозеф! Иди, бей их. Твою... Ладно. Йозеф оказался хитер. Он стоял перед ямой все это время. И не мог ее пройти. Тут падла, блин, а. Ну, его, его, его. Майна, майна. О, иди дерись с ним. Все. А он спрыгнул наконец-то. Блин, а теперь раз он спрыгнул, значит он не сможет впереди обойти, да? А нет, сможет. Вот так, аккуратненько, аккуратно. А чё ж ты не обошел-то, блин? Вот ты падла, блин, а. Пойдем уж, блин, а. Всему тебя учить надо. А ты убил его, нет? А чё ты его даже не убил, блин, а? До свидания. Ну, Йозеф, ну косяк. Когда свадьба? Никогда. Коша пригласил? Это приезжай, так просто. Очень столько времени, факира. Гага, зачем ты эта чаша? Что есть интереснее. А, я тут вроде как зарабатываю пока что эти... А, ну я тут, во-первых, проходил этот, чтобы получить себе клинок. А, клинок, говорит, лапу чудовища. Вот. Это во-первых. А во-вторых, мне же нужно этот получить, нет? Желе. Красное желе, еще две штуки. Только оно, наверное, не здесь, это желе, но все равно. Путь ждет впереди. Серьезно? Ты что, прикалываешься? Где скрытый путь? Ну-ка. Что за приколы про скрытый путь? Очень странно. Типа, может, в каком-то... Хотя, нет, но если здесь был, значит, он здесь и бегал как раз-таки, да. Ладно, никакого скрытого пути. Все, бежим отсюда, Йозеф. У меня же есть два красных желе для последней чаши, но мне нужно еще два красных желе. Их всего нужно четыре. Чтобы последнюю чашу открыть. После этого уже можно будет идти на концовке. После пятой чаши. Корону надеть надо. Но не надо мне эту корону. Знаю я, блин, эту корону. Не помогло в прошлый раз, не поможет. Ну ладно, слушай, я, конечно, для прикола могу это сделать. А где у меня потерялся? Опять Йозеф. А, ну все, он теперь падать будет, я понял. Все, он, блин, был умный, он пока, короче, умный был, он не ходил за эту дырку. Потом отупил, прыгнул, и все, теперь он постоянно будет в нее прыгать. Ах, Вер, чувствую, разводишь ты меня с этой короной, блин. Не помогла нам не первый раз, не поможешь, наверное, сейчас. А, все, корона говно, блин. Обманщик. Ох, обманщик, ох, обманщик. Вот я тебе больше не буду верить, Верт. Все, потерял ты доверие стримера. Потерял. Так, давай, Йозеф, только не падай, пожалуйста. Давай вот иди сюда. За мной. Ну, Йозеф, ну елки-палки, а. Пойдем. О, одно мое сообщение было помечено как полезное. Меня полечили. Вот когда с боссом такая штука проканывает, это классно. Так, боковиной. Нет, боковиной, давай. О, давай. Ты почти справился, Йозеф. Стой, ты справился. Давай.
О, боком, боком, боком. О, еще. Еще. Ну давай. Еще. Ну. Все, мы потеряли Йозефа. Это непосильная задача для его мозга. Пройти там. Йозеф нам там не помощник. Главное, здесь их переубивали. Можно отправляться в следующий слой. Вот пули ртутные. Сюда, да? Подожди, или не сюда, или сюда, блин. Наверное, туда. Нет, не туда. Да. Мы здесь уже были. Кто вообще корону придумал? Я их слышал вроде бы. Отстрелю его, а то босс толще будет. Да, сейчас отстрелю его. Староохотник Йозеф. Судя по звуку, там что-то нехорошее живет. Ой, чую я что-то нехорошее. Это этот? Отвратительное чудовище. О, это же, блин, брат обезьяны, блин. Электрической. Только этот более волосатый. Он был более худощавый. Более лысоватый, а этот, блин, более волосатый. Какой-то посмотрим. Замерзительное чудовище, а? Омерзительное. Наверное, надо было мне сначала этот каким-то образом, ну не каким-то образом, надо было мне сначала уйти и потратить свои 200 тысяч шекелей, которые у нас были. Не хочу их терять с ним. Так, стоп, налево, отлично все. До босса бежать немножко дольше. А здесь кто? Витуса. А кто такой Витуса? Ну-ка, я хочу посмотреть, что за Витуса такой. Пойдем. Я тебя еще вроде не видел. Витуса. Небось, сестренка Битлджуса. Нет, походу, братишка. Пойдем. Витус. Будет петь и потом мой достроен. Воу! Это... А, во. Я сказал, это здорово, а где мои 200 тысяч, блин? Что-то пока что Витус только огребает. Есть бэкстеп? Нет, бэкстеп не работает на него. Ну, вдвоем, когда дерешься, босс намного проще становится. Да, он может быть толще, но он проще. Прям в разы. Потому что отвлекается и на тебя, и на этого. Нет, он конь, это не сюжетный, это босс чаш. Дополнительный, скажем так. То есть вот чаша, которую мы сейчас проходим, да, как бы подземелье. В них дополнительные, в ней сюжетные боссы. Не, иногда появляются сюжетные. Но они усиленные. Вот до этого был босс Кровоглот сюжетный.
А тут босс похож на пара, это обезьяну эту, блин, электрическую. Ладно, пока что попробуем его в свое одно лицо убить, может получится. Чаша сюжетная. Разве в чаше сюжет? Ну как, ну нет, они, это топ-контент. Чаша. Без сюжета они не обязательны. Можно без сюжета чашу. Ой, без чаш сюжет пройти. Так, я надо. Офсет выучить его, три удара он делает таких, да? Ух, какой-то посмотри, прям, а. Глаза горят, блин. Руки чешутся. Уф. Прямо даже не знаю. Можно взять, блин. В принципе, да, можно будет взять. Вот это вот. Так, нам здесь скорость с ним важна. Здесь с ним важна скорость, так как он сам по себе шустрый довольно-таки. Я, как всегда, вовремя. Да, с возвращением, Асагири. Как там твои дела? Тут что-то на бассейн появилось и как пропало. Как самочувствие? Ой-ой-ой, спасибо. Ну давай, обезьяна, блин, повоюем мы с тобой. Блин, ну по 200 это вообще ни о чем. 200 урона с каждой атаки с моей. Это прям. Я чувствую, что скорость не окупается, потому что я по одному удару ему все равно наношу. Третий. А тут хотя бы 364 уже что-то. Да, смысла нет в Ракуе, потому что я успеваю ему только один удар, если после этого он отпрыгивает. Как бы Ракуе тратит 200, а Секира 341. Воу, нифига, у тебя лапище, блин, а? Тихо, обезьяну! Свидание. Подлетело мне кулаком в морду. Сколько левел уже? Все тот же, 80-й. Мы... уровень не повышали больше. А, хорошо, у меня все. Живот наконец-то прошел, температура упала, так что можно снова есть все подряд. Во время стрима по Bloodstained повесил, себе готовил. А, так что приходилось сходить время. Понятненько так. Тогда понятно. Ну, главное, что живот прошел, это хорошо. Это очень хорошо. А что же, с больным животом, с температурой, такое себе удовольствие сидеть. Вообще, блин, что-либо делать с такими неприятными, скажем так, последствиями для организма, такое себе. Хоть лежи, хоть сиди, хоть ешь. Хоть пей. Для организма плохо, что это не приносит вообще никакого удовольствия. Какая... Отвратительное чудовище, право, вот вы его правильно назвали. Очень отвратительное чудовище. Да мерзость какая-то. Это что такое? Это что такое? Ты что орешь? О, новая атака появилась. Так, ладно, после каждого удара нужно ворот делать. Ага, он теперь начал двумя руками. О! Так, он мне не нравится. Мне уже не нравится. Да, все. Кокнул меня. Какие у меня глаза страшные. А морда какая, блин. Мохнатая. Неприятная. Что ты будешь делать с ним, а? Что-то первое знакомство с чудовищем проходит отвратительно. И не говори.
Не в бровь, а в глаз. Очень-очень отвратительное знакомство с этим. Ланкония, со вторым уровнем тебя. Вообще. Крайне неприятельно. Не, неприятно. Неприятельно. И максимально отвратительно. Все, русский язык от меня убежал. Не бей меня. Блин, а может... Я не уверен, что с ним будет хорошая идея, блин, секиру в вот таком варианте использовать. Ну, можно попробовать, конечно. Может быть, и наоборот, хорошо пойдет. Да, слушай, а может, хорошо пойдет, действительно. Раз у него такие атаки неприятные, будем вот так его издалека тыкать. Вот это обосратушки-перепрятушки ты мне сделал. Кавабанга! Не получилось. Блин, когда как, кстати, когда он делает такую атаку, четвертую, когда не делает? У-ху-ху-ху, вот это я вовремя. Вот этот тайминг прям золотой был только что. Ой-ой-ой-ой. А вот это не золотой. Он хотел меня ударить только что. Он хотел руку на меня поднять. Опять хотел руку поднять. Что, не нравится тебе такое теперь, да? А, то-то же, бля. В Боке тоже есть вторая фаза, называется секира в раскрытом виде, блин. Сейчас Бока вошел в свою вторую фазу. Слишком много ты меня убивал, падла, блин. Ой, не успел по таймингу отскочить от него. На тебе, падла! Так, это третья вас. Ой, нифига, он, смотри, какой мохнатый, прям мохнатый стал, а. Как-то электричество больше стало вокруг него, не? Вам не кажется так? И музыка громче стала. Нифига ты, блин, обезьяна, а? На! Хе-хе-хе, умри, падла! Еще, 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 еще! Вот моя вторая фаза. Санова бич! Чаша нижнего Валорана. Молниевый самоцвет святой крови. Кусок кровавика. Хорош, спасибо! Хе-хе! Что твоя вторая фаза в начале боя наступила как-то читерно. У меня этот лимит-брейк был, как в седьмой финалке. Я его долго копил-копил, в итоге умер и потом его накидал. Музыка громче, да, хорошо. Спасибо, Никит, спасибо. Вот, я использовал свой лимит-брейк. Как там Клим Хазард засунул ему в его ясный пупок. Можем уходить отсюда. Мы выполнили эту чашу. Теперь нам нужна... Какая же нам чаша-то нужна, блин? Сейчас посмотрим быстренько, ребятки. Подождите, пожалуйста. Сейчас я открою. Стратеджи. На стратеджи мы посмотрим. Трофей нам нужный. Так. ПППБ Bloodborne. Трофеи. Скрыть полученное. Так, скрыть полученное. Так. Так.
чаши стали. Так, ромбродный паук. Больного Лоран, значит, это турбинская чаша. Так, сейчас вот эта подсказка должна быть. Оскверненная чаша Птумеру нам нужна. Почему здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть? Да не последняя чаша. Подожди, я не обязательно же, наверное, вот эту оскверненную чашу. В 84-м слое нижняя чаша Птумеру. Или обязательно. А, оскверненная чаша, да, нужно. Там великая чаша Птумеру Айли дается, да? Подожди, а может быть сейчас, секунду, ребят. Так, течение. Так, сейчас. Обязательно по порядку проходим, блин. Там пишет, что у нас сначала оскверненная чаша Птумеру, потом чаша из... Так, сейчас посмотрим, подожди, сейчас. Если что, нам что-то скажут, да, если мы там что-то не сможем. Так, ритуал чаши. Так, оскверненная, да. Это она получается? Проклятая оскверненная чаша, подожди. Чаша, ты наконец, чаша поняла, чаша предки поняла, чаша нижнего Лорана, да. Как теперь оставался? Да колопал достанет, дропнул бы на меня огромную меху и разбирайся, кругов 100, не меньше пари не нарезал. Жест. Это жестко, жестко. А, там кровавое желе нужно, да, а потом великая чаша Птумеру Айли, да. Понятно, короче, в любом случае надо будет пойти, нужна тайная мгла. Нужна тайная мгла. Мглу за плесень первого уровня. Да, сейчас сделаем. Так. Тайная мгла. Могильная плесень, да. Подожди, а у меня... Слушай, а сколько у меня? Я что-то не увидел. Тайная мгла, подожди. Видимо, я что-то не увидел. Тайная мгла 17, блин. Так, нужно 5 штук продать. Тайная мгла. Слушай, у меня вон ритуальная кровь, еще вон, смотри, такая есть. Как раз таки... А, вот как раз мне 5 штук надо, давай. Все. Ровно. Да, Сагири, ты вернула Никиту в Destiny, когда там поговорили. После этого он опять не увернулся. Так. Чужница, живая нить. Аспалянный глаз. Не знаю, покупать себе этот кровавый камень, не покупать, блин. Еще. Не тренируешь меня так больше так. Ну, не знаю. Я знаю то, что только после того разговора вернулся в Destiny. Это я прям отчетливо помню.
Так, скупить. Так, 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 так. Чего бы такого купить неплохого? Давай на все. Стой, стоп, сначала починюсь. Сначала починюсь. На всякий случай сначала починюсь. Все. Теперь можно и тратиться. Здесь же ничего нового у нас не открылось, правильно? Ничего. Ничего, ничегошеньки. Все есть, да? Значит, будем учить. Так, 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 так. Да, по идее у нас все это есть. Огненную бумагу на все. Так вот. Все. У нас больше ничего нет. Можем идти в новую чашу, в гадкую, да, по идее. Очень-очень гадкую. Йоу, Серега, здорово! Фу, купи, ко мне приезжай. С днём. Чего, кстати, с Машей-то день рождения отпраздновали, не? Стоящая середка, прям огонь стадис, пока пробую. И довольно-таки неплохая. Оружие все купил? Да, у меня осталось только оружие, которое дойдут за концовку, за одну из трех. Ну, за две из трех концовок. Отпраздновали. И это дело хорошее. Где попадаешь-то, Серег? Чуть тебя давно уже не видел вообще нигде. В целом. Совершенно какие-то наконец-то нормальный контент завезли. Проклятый Птурианский источник скверны свой первый. Какое название у него прямо, а? Все, лампа зажег. Какое название это? На какой вид? Темный. Нифига, у меня реально жизни, блин, половина сразу же срезала. 50%. Ах, ренеть. Но мы с вами здесь надолго, походу, в этой чаше. Судя по количеству жизней. Че, как тебе, РДР? Ты че такой? Так, ну ладно, умираешь ты за три удара, хорошо. То есть я умираю, скорее всего, за три удара, и ты... Не, наверное, за один, за два умру здесь удара. Хотя бы он тоже умирает. Мне кажется, мы с боссами здесь с вами будем страдать. Ох, будем страдать, блин, а. Неплохо, но с местами халтура в сюжете. На, я... Ты... Первую или вторую? Я от второй прям конкретно пропёрся очень, прям очень-очень сильно. Бабка стоит какая-то. Так, ритуальная кровь четвертая. Блин. О, ё-май! Вот это прям! Давайте. Так, я понял, два удара, я умираю. Я молчу, что будет на боссах. На боссах вообще, мне кажется, задница будет та еще. Жестко, второе уже нет на ПК. Ну можно же эмулятор строить третьей Соньки поставить, и будут тебе первая часть на ПК. Так. Кажется, тот случай, когда можно сказать, что на ПК есть практически все. Если не все. Потому что эмуляторы, блин. Всякие разные. Какой-то большой. Блин, мне страшно. Понятно. А, нет, слушай, не так много. Я думал, ты меня прям... Ладно, беру свои слова назад. Много. Все равно больно.
убери ты свою. О, не-не-не, тихо-тихо. О, он прям. Тут некоторые враги, конечно, так бьют жестко. Вот ты поворот делаешь, и он, знаете, как будто магнитит своим оружием к тебе, блин. То есть ты поворот делаешь, и он в ту же сторону сразу же бьет, блин. Вот это вот колющая атака его. Вот это вот, она, блин, она прям за тобой реально поворачивает. 16 тысяч дали, неплохо. Да, очень много, конечно, дают. Чем ниже чаша и жестче, тем прям крупнее добыча. Ну-ка, ртутные пули опять, да? Это геморрой, ну как есть, да. Это случай, когда можно доверять. Вспомни рекламу Тантум Верде Форта, да. Тантум Верде. Я из Германии прибыть, сороб чудесный привозить. Да, есть же, конечно, блин, эти с рекламой прям гении какие-то. Так, там, походу, уже босс будет сразу же, чё? Не изменился. Котунов на чаш применял. В смысле? Ниша, в смысле? Ты сейчас пока не можешь играть. Что ты мне рассказываешь? Я бы с тобой в чашу сходил бы. Ты вообще молчишь, эти клипы скинул, ты молчишь, блин, а? Ах, твою же медь. Ты чё не звонишь с этим? Звонил периодически же. Я пока... это самое... потонул в себе, скажем так. Потонул в себе. Ага. Проходник. О, нет, ты давай в себя. Все, они даже за мной летят, блин, а. Все, что делает? Смотри, что делает. Ты что делаешь? Ты что? У нее чья-то рука. У нее в руке чья-то рука. Увидели это говно, блин? У нее в своей руке была чья-то рука. Как это работает? Всегда потом звонил, с вашей нюнки, что ты сам хрен вылезешь. Блестящие монеты. Ртутные пули. И человек с киркой. Это видели, он только что на время посмотрел, знаете, часы на руках такой, а? Эх, опять работать. Там кто-то ходит еще. Мне же не показалось, он реально на свою руку посмотрел. Я такой, типа, ну что ж, перерыв закончился. До свидания. Мы, кстати, заняли комнату Поттера, теперь, типа, у нас двушка. А что вы там сделали-то? Вы ее разобрали? Могильная плесень, тут не пуля. Поттера. Ух ты какой. Пузырек с кровью. Нет, ничего не сделали, спим на том диване. То есть, короче, у вас теперь там это спальня получается, а большая комната типа просто комната отдыха. Ртутные пули. Бесит меня эти ртутные пули. Точку. Неплохо, неплохо, слушай, тоже. Хороший вариант. Ой. Это балкон такой, да? Своеобразный. Открывать взрывы, понятно. Зачем-то вот этот балкон, я так и не понял. Хотя можно попробовать, но я думаю, вряд ли получится. А, нет, получилось. Отлично. Шикарно. Ну, посмотрим все как-нибудь. Как-нибудь. С своим фюрером надо разобраться до конца. Ой, здравствуй. Так.
разберусь с фюрером, уже посвободнее будет. И у меня меньше головной боли будет. Так. Подожди, это я себе сюда открыл, здесь лестница есть. Коктейль Молотова на веревке, хорошо. Мне теперь даже опасно так прыгать, потому что, блин, так мало жизней. Так, я отсюда пришел, да, я пошел отсюда. Здесь тупик. Я понимаю. До свидания. Ребятки, блин. Фу! Охренеть. Вот это охренеть прямо. Серег, где там урон у тебя? Че, сейчас вдвоем дом пока что? Или Маша еще на работе? А, что-то прям. Да. Таким количеством жизней. То еще испытание. Можно, конечно, все это дело и прям пробежать быстро, но, блин, сейчас вот мы пробежим, да, например, здесь, мы можем что-то там пропустить. Какие-нибудь материалы, которые мы могли, например, здесь набрать. Тоже, блин, не очень хочется, да, пропускать это дело. Что на боте? Ах, ну тебя. А-а-а! А что, вас там продувало, да? Ой, не-не-не-не-не-не. Все. Так вот. Сделаем так. Сделаем так. А, вот он. Делаем так. О, иди сюда, ты мне нужен. Ты украл мои отголоски крови. Обратно вернули. Вот они, блин, два брата-акробата. Сюда. Второй раз я на такое говно не куплюсь. Теперь ты иди сюда. И как хорошо, что эта ракуя прерывает тоже атаки, блин. Как секира. Она как бы и быстрая, и атаки прерывает прям. То, что мало. Ух ты. Он странный стрелок сверху сидит. Сейчас я его обойду. Так, малёха. Ну, главное, что теперь не будет продержать. Ни хрена у тебя, блин, ружьишко в руке, а? Главное, что теперь не будет продавать, и все хорошо. Полна мать. О, поменял оружие. Ага, и с той стороны такой же сидит, да, блин, ворошиловский стрелок. Так, а что же хочется по-быстрому с эти чаши пройти, потому что понимаю, что вот реально, ну, не очень интересно их смотреть. Мне не очень-то интересно играть на этих чашах, а смотреть, мне кажется, еще меньше интересно. Не игра. Он же у меня, короче, переставал работать там на 2-3 недели. Поддержка мне так и не ответила у них. Но я в итоге сам с этой проблемой разобрался, я в провайдера с вами позвонил, мы быстренько там IP-шку сменили. Там макадры все это дело почистили, короче, поменяли, и все заработало. Но сам факт, что, блин, разработчики ничего не отвечали, я такой думаю, да пошли вы в жопу, блин, я все ивенты пропустил, блин, 3 недели, считай, там, то, что вот шло у них вообще, все, что у них шло. Я такой думаю, да ну нафиг, блин, опять к ним возвращаться. Может быть, как-нибудь вернусь там, когда вообще, ну, играть будет не во что. Вот, ну так у меня сейчас прям нет никакого желания в него возвращаться.
после того, что я там все пропустил, прям все. Так, хранитель древних богов. Ох ты. Ну это как этот, он был такой же, правильно? А, ну понятно, просто у меня. Он просто меня заклинал. Непорядок. Я смотрю, Геншин обзор похож на правду. В смысле, на тему чего? Да, добро, но вообще на тему чего похоже на правду-то? По прямой, да. Прямой за отголосками. Блин, конечно, да, хпшек не хватает. Две атаки, да, огнем у него? По 5 атак могу, короче, делать где-то. Или если его к стене прижать, так что он потом отходит назад, я могу не достать атакой и просто стамину свою потратить. А, все, пошел, блин. 4, 5. О, он прямо бьет огнем. Блин, мажу. Стамина закончилась. Ой, не вовремя. Мне надо с стаминой аккуратнее, короче, играть. Слишком быстро заканчивается. Поддержка саморазработчиков. А, понял. Что ты получаешь после убийства этих боссов в чашах? Ну, во-первых, отголоски крови, ну, это ладно. Это, в принципе, считай, расходный материал, грубо говоря, деньги. Вот. Во-вторых, мне... Тут, короче, нужно трофей выбить один. А для него нужно получить там последнюю чашу. Но чтобы до нее добраться, вот я прохожу все эти чаши поочередно, чтобы получить нужные материалы и, соответственно, саму чашу. То есть здесь мне нужно пройти эту чашу полностью, чтобы получить последнюю чашу. Но после этой чаши я не смогу пойти в последнюю, а мне нужно будет пойти в предпоследнюю. В предпоследнюю, чтобы там два материала получить. Но как только получу, в принципе, можно будет там чашу до конца не проходить. Не мучиться. Вот. Да, хорошо, я глянусь. По возможности, может, часиком к 7 посмотрю. Чаша, да, чаша. Это уже 4-я чаша из 6. Как оказалось, по итогу. Так, отлично. Значит, я могу делать больше 5 ударов, чтобы стамина не кончилась. Семь и отскок есть, да. 7 ударов отскок могу делать. Ой, это ты зря. Вот то ж так и... Отскок! Нет! Это я зря делаю! Тихо, ты что делаешь? Ой, убьет! Ой, говню! А так хорошо на него зашел, блин, да? Конец сюжетки будет на момент, когда меня не будет на стриме. Трофеи делают игру интереснее. Не всегда. Далеко не всегда. Не во всех играх трофеи делают игры интересными. Скажем так. Вот, блин, не могли вот это... Смотрите, вот. Ну, это закон подлости. Они могли буквально на секунду, на две пораньше сделать, ну, оценить мое сообщение, и я бы выжил. Меня бы просто полечило там в нужный момент. Это закон подлости. Скажем так, трофеи в большинстве игр, они дают тебе
просмотреть весь, ну или почти весь контент в игре. Ну, то есть это своеобразная мотивация. Сходить еще туда, где ты не был, там. И глянуть то, что вообще еще в игре есть, что ты мог пропустить. Просто не всегда это бывает интересно. В некоторых играх, ну, все это бестолково. В некоторых играх вообще бестолковый контент. Ой, не контент, а трофеи. Которые, знаешь, там, типа онлайновых там трофеев. Когда в игре, например, онлайн там не самое важное, скажем так. Два удара, да, мне делают, я умираю. Так что далеко не во всех играх трофеи делают ее интереснее. Если игра не очень, трофеи не помогут. Вот-вот, да. Если игра очень, трофеи не нужны, хочешь. Коллекционера не хочешь, не делай. Трофеи делают тебя злее. Ну, у кого как, и кого как, да. То есть еще от темперамента человека. Кого-то, да, делают злее. Тебе нужна мотивация трофея, значит механика не очень. Отчасти соглашусь, да. Ладно, попробую не спешить. Хоть и очень хочется. Ой, все. Вот если один раз не попадаешь, все, у него после этого появляется окно для того, чтобы тебя самого ударить. Раз, два, три, четыре. Мне нужно в угол его. Если смогу его в угол. Вот только я зажег, блин, а? Ну, без. Тоже идет просто трата ресурсов моих. Взять второго ассасина. Зачем мы проходим 6 гробниц? Интересно. Они дают награду? Да, крутая награда. Трофея? Нет, вообще нет. Хм. Ну да. Да и чё, ну, были же игры, в которых вообще не было трофеев на PlayStation 3. Первый Assassin's Creed, Folklore. Не помню, в принципе, были или не было. Но помню, что точно Assassin 1 и Folklore там не было трофеев. Это две игры, которые я прям запомнил. Я думал, то, что хочу выбить, блин, платину, а по итогу там вообще не оказалось трофеев. Так, а знаете, что я сейчас думаю? Стоять, едкая кровь. У меня где-то электробумага все. Ой-ой-ой! Ну ладно, я хотя бы электробумагу поставил. Попробуем сейчас его электричеством зарезать. Кстати, тебе еще 4 крышки. Не-а! Нет. Все игры были без трофеев, пока не вышел. Xbox 360. В прошлом месяце 18 уровня тебя. Проснулся и во весь рот зевнул. Здорово, хвост! Ты пропустил сегодня Bloodstained. Ой, сам тебе был теперь, блин, а? Заразная штука, которую если просто не читаешь. О, а где Бласты? А вот он был сегодня в первом плане дня. Я сегодня решил поменять их местами. Просто раньше я как бы как стримил, например. Ну, грубо говоря, так просто. Понедельник, например, утром финалка, вечером Horizon. Вторник, наоборот, вечером финалка, а утром Horizon. И вот сейчас решил тоже так с платформом, с Bloodstained делать, потому что что-то я прям постоянно начал утром. Твою мать, да сколько можно, а? Я начал постоянно утром Bloodborne стримить, и думаю, то, что надо, блин, поменять хотя бы один день, сделать наоборот. Утром Bloodstained, а уж вечером Bloodborne. Не будет крэша, я к тебе не вернусь. Ну, понятно все, Серега. Умный такой, Серег, возьми и купи мне его, а? Вот такой, пока не будет крэша, говорит, я к тебе не вернусь, а? Знаю вас таких умников, блин, а. Не хочешь, не? Вот так вот поставить тему разговора. Зачем вообще Bloodborne-то проходить? В смысле, зачем? Эксклюзив, до которого я слишком долго доходил. Который мне надо пройти. Как любителю не самых простых игр. Ох ты, вот это я, кстати, атаки еще не видел задержкой.
первый раз режет, второй раз взрывает. Неприятно. Очень-очень неприятно. Жмиху 4 для лохом. Бон для настоящих пацанов. О, Миша, вот это сказанул, так сказанул. Такие нет плойки, такие зачем мне туда крэш 4? Ну, чтоб ко мне прийти его посмотреть. И говорю, ты так поставил вопрос, говорит, пока у тебя крэша типа не будет, я к тебе не приду, бля. А, Серег, пока у тебя мини-бар не наполнится в квартире, там, хорошим искарем, с яблочным соком и с колой, то я к тебе тоже не приеду пока. Вот так вот. А то, видишь, говорит, перепил, говорит, и приезжай. А ты вот заставь себе мини-бар вискарем, тогда я к тебе приеду. Вот, вот так будем разговаривать. Яблочные. Вот на Новый год, может быть, и заед тогда, когда все будет. Надо пройти, советую завязать им надо, это приводит к игровой импотенции, надо это проработать, игры для удовольствия. Ну да, да, игровая импотенция — это дело такое. У меня такое было, когда я свой PlayStation 3 прошил и накачал туда, блин, игр просто огромную кучу. И знаешь, я посидел в одно, поиграл, во второе, поиграл, в третье. И самое главное, играл и не заканчивал игры. То есть, знаешь, так бывало, блин, типа вот, начал там одну игру, вторую, третью, думаю, так, ладно, пока заканчиваю не хочу, давай что-нибудь еще новое, короче, начну. И так у меня накопилось игр 10-15 или что-то около того, и в итоге я психанул, потому что реально уже ни во что не хотелось играть. То есть у тебя вот дофига всяких игр было, и банально реально не хотелось ни в одну из них играть потом. И по итогу я продал свою прошитую Соньку третью, купил себе обычную Соньку третью, взял пару дисков и вообще в удовольствие проходил. Кстати, тогда вот это был у меня RDR, получается, первый Dark Souls, вот то, что из этих дисков, и Assassin's Creed Revelation. Как раз все выпало под Новый год, и вообще прям обалденно было. Игровая импотенция, ну да, она такая, блин. Не-не-не-не-не-не, такой ты тварь, такой ты тварь, блин, а? Такой ты тварь. Как так можно, блин, а? Как так можно? Настоящий такой пацан, который на спасном жизни любит тупить, таких, как из сериала про них. Прошел плоечку, да, у меня, ну, это когда я еще работал с PSP-шками, с их прошивкой, мне на работе ее подарили, прошитую сразу же Соньку. Когда я еще сайт администрировал по PSP-шкам. Золотые времена, кстати, есть тортик и водка каждый день. Ой, фу, блин, я водку не пью, блин, Серег, ты как будто не знаешь, а. Я говорю, я считаю водку тем еще пойлом, который пьют алкоголики. Ну, раз в год я могу вот эту водку там подвинуть. На поминках. Вот, и все. Так я, блин, не люблю ее. Слушай, а если с тобой вот так попробовать, а? Он не сказал, что мы лучше работать с тобой, ну ладно. Слушай, подожди, а чё я туплю? С тобой же так... Не так. С тобой же вот так можно, да? Я ж тебя вот так вот прям унижал хорошенько. Ну-ну-ну-ну! Вот так вот. Все, я вспомнил, как я его убивал быстро, блин. Его первую версию. Все, до свидания, блин, а. Девочка, блин. Так, не всегда это у меня получается. А вот хреново то, что у него сейчас огненный меч. У него атака длинная теперь. На. Ага. А огонь я так не могу ему заблокировать, да, хреново. И он меня убил!
вторую фазу парировать, конечно, проблематично уже становится. Проблематично. Сказано настоящего казуала. Фангар смотреть не так больно, как этот Bloodborne. Не смотреть. Ты ж алкоголик из Москвы. Вас там знаешь, что ему другой. Давай, хвост, счастливо тебе. Что за эмоции, как в РП? В смысле? Зайти и сказать свое мнение, что все лохи, а я правильный. Бывает. А там есть очень хорошая фраза. У каждого своя правда. Не, я понимаю, что как бы чаши не очень интересно смотреть. Это я уже как бы не раз высказывал вам. Просто как же он жарит меня, блин, а? В прямом и переносном смысле, блин, а? Своим этим огнем еще. А, в ролевке, все, РП, понял, понял, понял. Ролплей, я думаю, что за РП такое? Это ролевка. Да, не хватает мне жизни, я понимаю, что на этом этапе, точнее, в этой чаше, где у меня 50% хп срезается, стены его надо впечатывать, и все будет хорошо. Сюда, сюда, в стену иди. Не тупо его надо в стенку впечатывать. Все, как только он застревает в стене. Так, 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 так. Нет, нет, ну не... Блин, с первого удара, я не понимаю, просто реально. Он намного сильнее становится этим огнем. Мне даже урон нельзя получать от него. Кружку пью потом. Кофе. Неплохо. А литр кофе за раз. Вредно, конечно. Но, блин, вкусно. Вредно, но вкусно. Да. Потом бегусь. Секунишка. Да, короче... Я просто, блин, трачу с ним свою молниевую бумагу. Блин, а если секиры попробовать, а? Конечно, он быстрый, поэтому с ним по-хорошему надо... Ну да, он меня убил, только что мог. Он только что меня мог убить, да, секиры не вариант. Можно здесь около... Около колонны еще с ним танцевать. Я думаю, да, можно. Через нее урон не проходит же, да? Ох, это сейчас было близко. Иди сюда. Будем пользоваться тогда хитрыми приемами, используя окружение в качестве защиты. Так, ты будешь свой покрывать этот меч, не? Да. Ой-ой-ой-ой. Блин, да даже через текстуры проходят. Обломись, засранец. Это было опасно сейчас. Да нет!
Ой, у меня перестал гореть мой меч. Так, первая атака у него, значит, дальняя, а вторая размашистая идет. Я чутка... Да уж. Да, он стоит того, это мое лучшее вложение, 400 рублей. Приветствую, Skyward. Добро пожаловать на стрим. Да. Что-то эта чаша реально такая прям... И причем это пока что первый босс. Это пока что первый босс, эта чаша. И он мне тут уже проблемы доставляет. Это не есть хорошо. Да, надо все-таки окружение здесь, блин, использовать. Да, два удара так и один удар так, блин. Блин, я не хочу на нем застревать. Честно заявляю, не хочу. Хочу его как-то побыстрее убить. Потому что это, по сути, тот же босс, которого мы уже били во второй, да, чаше, кажется, во второй или в третий. Просто он немножко сильнее. Точнее, мы немножко слабее стали из-за вот этого проклятия в 50% HP. Еще постоянно за этими отголосками своими бегать. Да, к стене надо его как-то повернуть. Падла. Ох ты, блин. Только на первую фазу мне поможет. Ну. Ой-ой-ой-ой. Сейчас чуть я не отъехал, да, по своей ошибке. Сенку. Отлично. Еще будешь? Спасибо. Так, главное не дать ему. Все, перешел, да? Или... Нет, он не пере... Я ему сбил! Мы так хорошо шли. Вот сейчас очень хорошо шли прям. Он не успел, ну, я ему сбил переход во вторую фазу. Твоя проблема, торопишься. Да, блин, он, видишь, босс быстрый. Я не хочу на нем долго сидеть, блин, не спеша. Моя проблема в Bloodborne, всей вот этой игры, то, что я тороплюсь постоянно с каждым боссом практически. Но с какими-то боссами это выходит прям хорошо, когда торопишься. А с какими-то не очень. Сейчас я немного затупил вот здесь вот. Потому что, ну, у нас реально хорошее было начало, блин. Так, ладно, я понял, когда мы его сбиваем, он начинает вот так махать. О! Все, начал ловить. Оп. Да, все. Я понял его фишку полностью. Воу, а сейчас он этого не сделал. Интересно, потому что я его в угол заманил, ему некуда было назад прыгать. Жаль, он после того, как ты его убьешь, он делает двойную атаку своим мечом. Да, Роб Антон. Как твои дела? Надеюсь, ты уже выздоровел окончательно.
мы добрались до проклятой, или как там, оскверненной чаши Птумеру, или Птумеру. Ловить ритм, да и так его стараюсь ловить. Так стараюсь, а выдрел теперь. Кот, блин, ну что ж такое, что-то у тебя прям как-то не очень хорошо. А пусть котейк скорее выздоравливает. Это плохо, когда котики болеют. Прям скорейшего ему выздоровления. Чаши, да. Чаши, чаши, ну мои, блин. Как они мне дороги. Одно радует, что, блин, это вот одна из самых сложных чаш. А может быть и самая сложная. Только что даже в пятой, в принципе, некоторые не так потеют, как в четвертой. Как только мы здесь получим чашу, а или мы можем отсюда свалить, даже не проходя эту чашу до конца. Наверное, что я и сделаю. Ну, раз даже пишут, что типа не обязательно. Ай! О, все. Да ну что ты делаешь, блин, а почему он мне не попал? Он мне вообще вот туда вправо ушел от этого. От хранителя. Да. Скорее будешь в секиру поиграть, а? Ой, как там таких заморочек нет, блин, с трофеями. Снес Геншин, Томила, что-то вроде интересно играть, но ощущение непонятно, мне игра ощущается как будто неполноценная. Так она и есть неполноценная. Она и есть неполноценная. Ее сейчас только допиливают, еще там сейчас новый патч, вон, видишь, эти обновления вышло, потом еще одно выйдет. Это же, знаешь, такая эта игра, блин. Типа на долгую перспективу. Ребят, вы ждите. Да, ё-моё, что такое-то, а? Ну, а мы потихоньку это будем вам выпускать там все, что надо. Новые нации, новых персонажей. Ну, блин. Ну, там free-to-play игра мобильная, блин. Чё от неё ожидать? Да иди ты в жопу, блин, а? Не жалею. Драться в центре. Да в центре мне с ним не очень удобно будет драться. Не наоборот, хорошо, когда я его зажимаю. Потому что если я его зажимаю, ему назад некуда уже отходить. А если я его в центре бью, то он может немножко отойти назад. У меня будет один лишний удар в молоко. И за это время он сам начинает бить. То есть у меня расчет на то, что я раку и каждым ударом ему сбиваю атаку. То есть он не успевает ее наносить. Но как только у меня один удар мимо идет, он сразу же, блин, ловит время свое. Это гребаное окно и сам атакует. Как мы видим, убивает он меня за два удара. Если мечом попадает. Да-да. Да не надо мне тактику объяснять. Блин, не успел. Да... Что такое, блин? А? Падла, а теперь вообще с одного удара меня убил. Нафиг, у меня то парирование выходит нормально, блин, то можем 5-6 раз подряд его сделать, то вообще не получается. Вот-вот, правильно. Это правильно. Мы как-то дошли своим тихим сапом, блин, до конца игры. Убив всех боссов и всех DLC-боссов. Теперь там человеку, пожалуйста. Но.
Иди! В жопу, блин. Блин, а эта чаша может стать самой долгой. Вот так вот, если трезво оценивать. Всю ситуацию с бафом на минус 50% жизни, это может быть реально стать самым таким тяжким испытанием, когда босса реально с одного-двух ударов убивают. А это ж по сути самый легкий босс здесь. Самый первый в этой чаше. Можно, конечно, нарядиться, а у меня здесь с собой его нет, да, сопротивление огню. Свидание, урод. Вот это он, что хоть теперь делать, да, если мы его прям к стене впритык зажимаем. Да как? Одним ударом. Он пистолетом только что выстрелил сквозь него. Не в него, а сквозь него. Знаете что, мне, блин, тактика с колонной больше понравилась. Когда мы вокруг колонны с ним бегали, блин, его убивали. Чем реально на парирование его ловить. Долгий, блин, трудоемкий процесс, который, блин, вознаграждается почти никак. Потому что за одну серию атак я практически столько же наношу, сколько, блин, за парирование за одно. Пошел сраку, блин. Он даже вон, да, тут 1270, а там 1300 с чем-то. 1380. 1500, вон, и то даже серия не до конца была закончена. О, он сейчас хотел свои катаны ударить. 599. Иди сюда. Мы здесь с тобой хорошо дрались. Около этой колонны. Ближе. Нет, нет, нет. Бич. Да, конечно, ты бич, блин, а. Колонные войны проигранные. Хорошая контратака. Да, блин, вообще топовая. Даже не контратака, это просто, блин, какая-то грёбаная атака, блин, которая с первого раза тебя убивает. Оф, он и засранец, конечно. Ладно, мы должны, блин, с ним справиться. Это, блин, за детский сад. Давай, иди сюда. О! О! Нравится тебе такое, блин, а? Конечно, не нравится, блин, а? Раз, два. Не подпускает к себе. Ой, это вот сейчас, вот сейчас чуть я не попал уже. Сейчас чуть я не попал. Ой. Это было близко. Ни хрена себе, блин. Сколько в щите отнял. О, нет. Успел. Блин. Все. Сейчас сложно драка начала.
успел. Нет, 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 фух, фух. Мама! За колонну спонсор. Он сам спрятался! Кусок, блин, непрожаренного мяса. Давай, что такое? Что, в тваных войсках не воевал? Проходят колонные войны. Нет. В диванных войсках не воевал. Пипец. Ну вот это, конечно, пипец было. Вот эта падла теперь сама спряталась от меня. За колонной. Что это было сейчас? Серьезно? А защищаться типа друг от друга, да? То есть если кто быстрее за битву схватится, тот от того и защищается, да? Неплохо, неплохо. Маша, скалка есть. Ну тогда же скалка в одной руке, бита в другой руке. Кто сказал, что девушки не могут орудовать оружием в двух руках, да? Покажите мне пальцы на этого человека. Так, он будет? Нет, еще не будет, да? Нужно еще раз начать. Опа. Опа. О, вот, все. Сейчас, 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 смотри, смотри, смотри. Обломись. О, он не заряжает, не заряжает. Не-не-не-не, нет, 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 зарядил, зарядил, успел. Падла, блин. Да, это первая атака у него до конца проходит, блин. Вот это вот. Значит, от него тоже теперь надо бок уворачивать. Блин, первый раз мы ему сорвали эту штуку, а второй раз не получилось. Спокойно, Гоха, спокойно. У нас есть шанс. У нас есть шанс. Отлично. Как он увернулся, интересно. Я его зажал. До свидания, говнюк. Как тебе такое, блин, а? Фуф. Вот так вот, с двумя горящими клинками. Сокровика под самоцвет 75 тысяч. Уху! Вуаля. Хорош, спасибо. Спасибо, Никит. Все. Так вот. Моя тактика, заведи его в угол. И мягко и нежно изнасилуй, сработала. Можно идти на следующий уровень. 184 тысячи, нам надо их куда-нибудь слить. Красавчик, спасибо. Приветствую, Телозор. Добро пожаловать на стрим. Я думаю, сейчас мы здесь зажжем еще проклятый птумерианский источник. Ой, блин. Будет ответвление какое-нибудь? Да. Будет, мать его, ответвление. Давайте сначала здесь я зажгу лампу. Мы сходим, потратим все наши шекели. Так. Видишь, только хейтить умеет, да? Молодец, молодец, Серега. Учишься, учишься. Ну это да, это было прям тяжело, реально. Сколько тебе еще чаш проходить? Вот эта чаша. Еще две останется.
пока не буду противоядицу есть. Так, сколько не надо. Блин, вообще, кстати, мы могли его отравить, это же человек, как на него вроде нормально действуют эти отравленные кинжалы всякие, да? Ну ладно. Уж как есть, так есть. А что так дорого-то, а? Что все так дорого? 17 штук, это дорого. Это дорого. Вот, друг, еще давай. Так. Починить. Что-нибудь маленькое появилось здесь? Нет, так, все. Ну, ладно. Тоже добыть ничего нового. Пашка все вроде то же самое у него, что было до этого. Так, там секретное ответвление. Не знаю, чего мы там можем найти, но давайте посмотрим. Короче, твой план еще 3 стрима где-то есть, на одном из стримов не увенчался успехом, да. Я не думал, что так, я думал, что всего 5 чаш надо будет пройти. Потом кто-то писал, что можно еще сократить, вообще там одну чашу, там не приходите. В итоге, не, нифига. Что нужно получается, сколько сейчас скажу, 6 чаш допытываю. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, вот 7 чаш пишут, надо пройти. Видишь, я на 2 чаши ошибся. Я думал, что 5, а нужно по итогу 7, и не самых простых. Так. Надеюсь, там что-то полезное будет. Полезное что-нибудь будет. Сначала вниз проверим. Ой. Так, ладно. Ты не видишь меня, и я не вижу тебя. Между нами туман. Нифига, он еще жив, блин. Еще, еще. О, нет, он успел развернуться. Ладно, все. Ой, какой там большой кто-то стоит. Там стоит сверху. Так. Могильная плесень 4. А тут виртуальная кровь 4. 5 штук, офигеть. Да, не зря мы на себя руну глаза напихнули. Напихнули, нацепили. Реально хорошее там количество увеличивается найденных предметов. Скрытый путь волшебный, мне прям не терпится. Чего? Что ты вообще такое говоришь? Плохая запись. Обманщик. Метательные ножи. Артутные пули. Берегись монстра. О! Кто бы там не был, он умер. Молодец. Сейчас тоже такое оставим, на всякий случай. Когда-нибудь эта запись может нас спасти во время битвы с каким-нибудь боссом, например. Так, а сначала налево, раз здесь дверь за нами осталась. Чё там? Поверни назад. Тупик тоже, да, будет, блин? Поверни назад. Пузырек с кровью. Всё, да? Ну, хотя пузырек с кровью есть. А, тут лошила в уши, кого она стоит. Такая статуя. Не кара статуи. Это кара любопытства. Приветик, приветик совсем куку. Доброго тебе уже вечерочка. Как твои дела?
Как неделя проходит? Мы только что убили, блин, этого. Ой, ё-мо, ой, ё-мо. Какая она дурная, а? Убили хранителя древних богов. И эта чаша мне совсем не нравится. Потому что у нас жизни практически нет. Но я так и подумал, на самом деле. Я так и подумал, что так и будет. Я предполагал. А нам... А, нет, там еще дверь есть. Значит, надо все равно сюда пройти. Сейчас на Амазоне нашли страницы ремастера RDR 1. Да, я слышал, что 10 декабря должна выйти RDR, типа ремастер. Но, по слухам, опять же таки. А как будет на самом деле, мы узнаем. Либо 10 декабря, либо раньше. Они скажут, что это все слухи, или там... Это вброс очередной. Кто что? Ремастер Red Dead Redemption. На ПК вроде как и на консоли нынешнего поколения, что ли. Ну да, сразу после Bloodborne на ПК. Demon's Souls ремастеринг смотрела. И как? Оу! Видео! Ух, артист! Так, я там туда. Йоу, Хэд! Большое спасибо за рейд! Всем привет, кто пришел от Хеда. Добро пожаловать в страдания. В мои страдания. Может, она меня сейчас не увидит? Слушай, а может, она слепая на левый глаз, а? Она слепая на левый глаз. Ребята. Она слепая на левый глаз. И до свидания. За прошлый раз тебе. Кинжальчик в глаз. Запомните, вот эти вот женщины, они слепые на левый глаз. А здесь больше ничего не было, не? Что-нибудь висит, не висит? Нет, не висит. Так, там вот этот вот злый не стоит. Откройся, сезам. Я там кого-то слышу, блин. Там тоже засада, да? Да. Засада! Что там? Ну-ка. Пузырёк опять. Пузырьки у меня. О! Еще одна чудная женщина. Шну... Охренеть, одного удара убила. Блин, это жестко, конечно. Это очень жестко. И к ней самое главное, что вот к этой со спины не подойдешь, потому что она стоит и смотрит прям тебе в душу. Если там можно было обойти ее на ее слепой левый глаз, то эту нельзя. Да никак, секретная дверь, весь мир никак не откроет. Пойнты, молодцы. О, они добавили что-то, да? Это так же, как в этом было, в Колоссах. В Колоссах же тоже была секретная дверь. И она открывалась только если собрать 100 с хреном монеток, короче говоря, коинов этих в Shadow of the Colossus. Тогда открывалась секретная дверь в святилище Дормина. И можно было получить секретное оружие новое. Офигеть, блин, все-таки блюпоинты решили здесь свою пасхалку, блин, добавить, а. Молодцы, красавцы. Я все ждал, кто-нибудь скажет, что-нибудь вообще появилось там от них новое, не появилось. О, спойлеры пошли. Нет, не спойлер, это... Ну как, это, блин, пасхалка блюпоинтов. Они то же самое сделали с колоссами. Чё, короче, теперь мир гадает, как это, да, новую дверь открыть. Молодцы, добавили дверь. Нет, теперь другой вопрос. Теперь интересно, что за этой дверью будет находиться. Какое-нибудь оружие, какой-нибудь костюм, или, блин, босс. Ну, босс вряд ли, хотя... Хотя, может, и босс. Почему ты не... Ой, фу-фу-фу, я сейчас только что-то прям испугался знатно так. Знаешь, категория Demon's Souls CS приходит на стрим, не под DS, а скажет под DS. Несколько дней говорят об этой двери. Да, я вот сейчас только впервые услышал. Да, видимо, что через фотомод просто балкон какой-то.
Да, конечно, будет, но как бы, я думаю, Bluepoint не дураки, чтобы добавлять фотомод и чтобы при помощи него можно было прям все увидеть, что там находится. В Колоссах же тоже был фотомод, и как бы он не помог за дверь заглянуть. Так, а как я могу... Как я могу с ней? Она увидит. Блин, слушай. Да пипец она, блин, дикая. Ты чё? Ой-ой-ой! Я вообще непонятно, где только что застрял. Нет, фотокошки висит на двери. Хакеры всю PS5 доломали, а толку ноль. Да. Интересно, как долго будут раскрывать. Потому что Намат, человек, по сути, ради которого они сделали эту пасхалку, если я не ошибаюсь, в Колоссах, по крайней мере, это было, очень долго парился над этим секретом. Весь мир очень долго собирал эти монетки сраные в Колоссах. Там прям целая тема это была. Они прям делились на форуме, то ли может на Reddit, может еще на каком-то, короче, форуме делились, ну, кто, как информацией, где он нашел там каждую свою монетку. И, короче, да, всем миром пытались эту пасхалку сломать. В итоге сломали. Заряжай еще. Отлично. До свидания. Блин, ну с этой легко. А вот как ту, блин, кошмарную девку убивать? Вот это уже другой вопрос. Я хоть с них эти фармлю, блин, камешки. Камушки, камушки. Иди сюда. Может, не побег? Ну-ка, за мной, пошли. Ну какая она дурная, а? Как она орёт, блин, а? О, все, 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 она уходит, да? А чё ты вот лицом ко мне уходишь? Падла, а не чтоб спиной. Себя пни. Тут, ну, тут каждый удар это я труп буду. Чтоб вы понимали, поэтому. О, все, 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 все. Все. Быстрее, быстрее, гроб открыть, гроб открыть. Быстрее, Гоха, быстрее. Я должен успеть. Быстрее, быстрее! Она идет! Стальная кровь. Боже, какие страшные звуки тут издают. А здесь больше ничего нет? Нет. Она спиной идет? Я не вижу, она спиной идет. Она лицом сюда идет. Может, не заметит? Хоть бы не заметил, а? А ну и хрен с ней, все. Я не хочу с ней драться. Уф. Рабора добавил этих монеток до попа, а толку ноль. Но там какое-то определенное число, наверное, нужно. Там не просто там, знаешь, там пара монеток, а я думаю, там какая-то кругленькая сумма будет. Как в Колоссах это вроде как больше 100 было. Больше 100 монеток. Расхититель могил. Все, уходим отсюда. Уходим. Какой-то survival horror, да-да-да-да. Думаешь, как бы она тебя не заметила и не убила. Блин, да реально жутко какая-то, блин, а? Женщина, за что? Прям для... Какие нахрен такие подсказки говняные, блин, добавить. Какие-то еще непонятные. Будет вот что-то вспомнить, засады, блин. Где засада? Я им сам засаду устрою. Ой. 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 О, Олег. Берем Олега.
Где-то 60 армуров у тебя. Пусть платина. У нас работает плейрум, да. Лучше там секретный код, да, индивидуальный. Блин, мне не нравятся эти звуки, на самом деле. Это лифт! Это лифт! Это лифт! Куда я? А, что? Куда он упал? Ты что, дурак? Ну? Кто-то сейчас там явно умрет. Я должен ему помочь. Это все гребаные рудокопы. Один рудокоп. Два рудокопа. Три рудокопа. Блин, вот если бы я тебя не спас, ты мне теперь обязан, блин. Верни обратно мои эти озарения. Волк близко. Бросил на растерзание. И он сам упал, блин, а? Дурак, мне чтобы со мной на лифте прокатиться. Блин, а как я теперь на тот лифт попаду? Интересно. Его можно как-то вызвать? Здесь только враги. Спасибо, хорошая подсказка. Ой, а тут еще. Хитро, хитро. Ворожиловский стрелок, а? Иди сюда, сейчас тебя тут напихаю, блин, а? Меня сейчас напихают. Уйди, Олег, уйди! Уйди! Дурак, блин, а? Олег, живи! Блин, меня тут только что из-за Олега чуть тут не завалили, блин, а? Ох, блин, вот это я вышел, блин, в чужой район, а? Наверное, надо дух перевести. Ох. Это мне третья Dark Souls напомнила, блин. Фух. Фух. Жесть какая. Ты там как Гош хотел. Напихать хотели ему, да. О, блин. Фух. Все. Фух. Здесь эта штука поднимается, нет? Лифт. А, блин, ну ты как мне туда подняться теперь? Здесь же нет, да, рычага? Или есть, подожди, рычаг этот. Ну должен же быть рычаг. Вот он, наверное, да? Да. Все, супер. Поехали. Ну. Иди сюда, Олик. Ну и хрен с тобой, блин, а. Опять он упал туда. Ну, не дурак, спросите ли вы? Дурак, отвечу я. Сундучок. Вторая кровь пятая, хорошо. Такая мне нужна. Такой мне не хватает. Опа. А, это фонарь там. Такой мне не хватает. Это что такое? Ничего. Все. Тихо. Летай немножко. Полетел. Пепел. Пепел с мозга. Нифига, как это забрался. Ладно, молодец. Пузырьки с кровью, да. Еще могильная плесень. А, тут лестница. Так, ну это там, где мы были, да? Сейчас. Здесь посмотрим. Здесь посмотрим. А, подожди. Нет. Это что-то. Тупик? Тупик.
Вообще большинство пройти Demon's Souls не может, ему зачем купил это на PS5, эту PS5. Бывает, бывает. Дальше только смотреть и одиночество. Ну, я говорю, ну смысла нет, реально. Ну, ради одних демонов покупать все Sonic 5. Не, для кого-то, может, это прям реальная игра, которая, вот, ну, оправдает покупку всей консоли, как у меня, например, Switch, это Xenoblade. Извиняюсь, чихнул. Как на Switch Xenoblade Chronicles и The Legend of Zelda. Вот, там на Vita тут была Persona 4, Шинобида и Zero Escape. А чё? Я от нее не лечусь. Я от нее не лечусь. Какая-то она жесткая прям, а. До свидания. 6000 всего дали, блин. Ну, вот, ну для меня, да, как бы, ну, покупать пятую Соньку только ради там демонов, это не. Вот совсем прям не. Это может быть, знаете, для того, у кого реально там не было третьей Соньки, кто в демонов не мог поиграть на третьей Соньке. Но, блин, если ты уже прошел ее на третьей Соньке, и покупать, типа, ремейк и пятую Соньку, вот только их, ну, не знаю, и вот этого я уже не пойму. Пойдем пас. Ух ты. Да, я, наверное, буду на этих, ну, на прохождении конкретно уровней призывать этих напарников, потому что это быстрее получается. Беги засаду. Да, уже была засада. А слева нормально все. Слева нормально все. Просто потому, что быстрее так проходить здесь. Боссов-то мы в одиночку убиваем, но... Этажи можно пробегать в компании друга, скажем так. Я ее не увидел. О боже, о боже. Беги, Олег. Бля, мы с ней здесь не потерем. Развернись, ты куда смотришь-то, идиот? Что он прикалывается? Что он делает? Все, проснулся, да? Давай, дерись. Дерись с ней. О, хорошо. Тихо, тихо, она опасная, она с одного удара бьет меня. О нет, долго! Видели, как долго она замахивалась? Ой, хорошо, ой, хорошо. Все, убили мы ее, убили. Вот так вот, заарканили засранку, а. Заарканили. Коричневая глотка. Лучше купить трусы. Да-да-да, за 50 тысяч. О, как же, но графика же супер. Не знаю, я в PvP набегался в третьей части. Опять же, в демонов ради PvP возвращаться, но не знаю. Я, ну, в каждой части участвовал в PvP, да, как бы, что в демонах, что в дар, как бы. Единственное, что здесь вот, здесь я в PvP не заходил еще. Ну как, ко мне вторгались, а сам я как бы не занимался этим. А так вот в третьей части я очень-очень много времени провел. Вот там прям в третьей части, там просто была локация такая, я не помню, как она называется. На территории какого-то замка. Вот, там еще, помню, можно было спуститься вниз, канализацию, и два огромных крокодила там было. То ли крокодила, то ли... Ну, короче, каких-то здоровых существа. Вот, и там прям очень часто туда прям призывали людей. Там была небольшая такая... Грубо говоря, импровизированная арена, где все сражались. Поэтому я очень много времени там провел в ПВП. То есть там прям, знаешь, вот люди сидели, прямо на этой арене воевали. То есть там обычно хост тебя призывал, сам он стоял, смотрел, а ты как призванный дрался. Коктейль Молотова. О-о, вот это да. Да, вон пахнет, мой была в снег сразу же. Как пить дать. Так. А, это мы обошли, да? Все, это мы обошли.
Что за звуки такие еще? Я ж всех убил здесь. Странно, убили всех, а кто-то какие-то звуки издает еще. Подожди, может, мы кого-то еще не убили там? По идее, всех убили. Ой, блин. Все, уходим нафиг, я не люблю этих, уходим. Бежим отсюда, Олег, бежим. Это те уроды, которые, блин, кровосиси местные. За мной. Не отставай. Обалденно. Это не на жизнь, а на смерть. Может, ты рыбак? Нет. Ну как, блин? А! Или нашивка, не помню. Не то, что прям, знаешь, заядлый. Так, если, например, какой-нибудь на дачу поеду, могу там съездить, блин, порыбачить немного, но... Не то, что прям на этом помешан как-то. А пёс его знает. Вот я не рыбак. Названиями. Миша, блин. Ну да, неплохо. Он на ловушку, смотрите, он. Ой. Он на ловушку нас пытался заманить. Ой-ой-ой-ой. Ненавижу Вальгалу, на самом деле нужна была кумжа. Я 2 часа искал форель, на самом деле нужна была кумжа. Ненавижу Вальгалу. Она слишком плохо с тобой обошлась, да? Так, только не наступи, пожалуйста, это ловушка. Молодец. Ну, по крайней мере, это было похоже на ловушку. Может быть, конечно, это не ловушка. Но похоже было. На самом деле, я так сильно жду, что уже наконец-то, блин, закрою эти чаши. Хочу уже, чтобы мы реально, блин, закрыли чаши, блин. Получили все трофеи и, ну, завершили Bloodborne. Что-нибудь другого уже пошли. О нет, хитрожопка. Ой, хитрожопка какой, а. Я тебе не дам такое сделать. Жопики, а. Вот это бахнул, вот это бахнул, да. Я услышал кого-то. Я надеюсь, что это не то, о ком я подумал. Блин, ну по звукам кто еще так орать-то может, блин. Ладно, мы узнаем, мне кажется, на нас сразу же набежит что-то. Так. Главное, чтобы со спины никто не пришел, а. Так, это кто? Ага, он еще маленький есть. О, я понял, кто это. О, в жопа Эндрю. Свидания. Все. Ритуальная кровь, 5-я штучка одна. Это он мертвый или живой? Рядом лежит. Поврежденный орган. А, он отдыхал, лежал, ладно. Прости, парень, помешал. Вот так лежишь себе, отдыхаешь, никого не трогаешь, там приходит какой-то гоха. И мешает лежать, блин, отдыхать. Жестоко, спросите вы?
Жестоко отвечу я. А, вон ты, блин, ладно, это не тот. Я-то думал, что это прям опасный какой-то, блин. Опасный вражина. А это, блин. Практически мирный. Идешь? Идешь. Че тебе, Миш, много ты еще в Вальгале? Нет! Я сам сказал, что здесь будет ловушка, и сам же в итоге её, на нее наступил на обратном пути, блин, а. Если. Ух, он не умер. Молодец. Блин, прости, приятеля. Так, конечно, тебе сейчас любой удар, и ты, блин, отъедешь. Полечишься, можешь, не? А тебе нечем лечиться, скорее всего. Вот это я подставил, так подставил. Блин, сам же сказал, что там ловушка, и в итоге забыл про нее и сам наступил, а. Помню смерти. Вот она, да, мне не показалось. Вот это, блин. А стой. Не иди на меня, не иди. Что ты делаешь? Ну все. Вот так же можно было сразу же сделать, блин, но... Олик, блин, а. Так, ну Олик сейчас, мы сейчас на босса зайдем, он, мне кажется, сразу же отъедет. Я хоть посмотрю, что там за босс будет. Ну, а ты откуда здесь взялся? Тебя же здесь не было. Ну, он определенно прям отъедет после одного же удара, если он не полечится. А лечиться, я так понял, он не собирается больше, все. Он потратил свой лимит. Берегись толстяка. Ладно. Посмотрим, что за босс. Попробуем раз-два его убить. Не получится, уже оставим на завтрашний день его. Так. Она опасная? Пока что самое опасное существо, которое мы здесь встретили, из таких вот. Из не особо больших. Ты умереть хочешь? Ну все, смотрите, вот просто на его жизни. Он спрыгнул. Он спрыгнул, чтобы умереть. А я не помню, где его призывал. Ладно, приятель. Иди-ка ты отсюда. Ты выполнил свою миссию. Сторожевой пес древних богов. Понял. Ага, он бьет на себя, да, огнем? Понятно. Не попал. Ага, и взрывает под себя, хорошо. Блин, какая с ним музыка классная играет. Я реально прям колосса вспоминаю. Там с некоторыми колоссами похожая мелодия играет. Кстати, да, у нас тоже снежок выпал вчера. Так что в Москве немножко снега прибавилось, скажем так. 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 30 секунд, это неплохо. Это нормально. Так, блин, в какую... Туда же мне, да? Или нет? Или нет? Надо запомнить, что он постоянно смотрит в ту сторону, куда надо идти. Интересно. Ой, блин. Так. А, тут кого своего тоже можно призвать, смотрите. А тут кто? Цареубийца?
Ладно, не надо. Что-то хотел на него посмотреть, а потом, ну ладно, пофиг. Не поспорим, ничего нет. О, понятно, из-под каждой лапы из него прям вырывается огонь. Ага, с одного укуса. Интересно. Так, думай, Гоха, думай. Ну, мне кажется, под ногами лучше с ним ходить, блин. Ну-ка, активейт вторая фаза мод. Попробуем с разложенной секиры это сделать. Да ну-ка. Забавно. Это забавно. Вообще ничего не успели сделать. Просто подошли. И нас укусили. Это урон прям немыслимый. Интересно, зависит от того, насколько мы вообще прокачались. Если мы были выше уровнем, насколько проще нам было, то что ты сказал, что типа, ну, каша — это то место, которое не вообще никак не опирается на твой уровень. Точнее, наоборот, то есть как бы чем больше у тебя уровень, тем сложнее в чаше бегать. Не знаю, правда это или нет. Что-то он слишком быстро нас пинает. Прям вообще не этот непростительно. Сейчас попробуем, давайте еще. У нас как-то первая попытка была более, да, удачливой. Что-то больше мы жизни потратили. В чашах уровень не влияет. Ну, то есть смысл, придешь ты сюда там, на 10 уровне или на 150, как бы, тебе будет одинаково тяжело? Так хочешь сказать? Да зашибись, я же ничего не... Я только вошел, да. Сразу на таран взял. Ну, песик красивый. Разрывает. Ну, может тоже первую атаку его переждать в самом начале, как там у того же Людвига или у Лоуренса. А потом уже пытаться его убивать. Тут что-то я бегу, блин, один удар делаю, и потом все не получается. Хотя, в принципе, он большой, и он не особо шустрый. Возможно, как бы можно и в одноручном режиме попробовать его заковырять. Большая его этого укуса, ой, не укуса, а этого плевка. Или такая тактика на него будет действовать?
Вот этого я вообще не ожидал, блин. Сложность там фиксирована, вызывали людей, чем больше, тем лучше. Да вы завтра уже будем пробовать, я думал, потому что сейчас не получается. Сейчас мы тоже надо будет уходить, поэтому давайте, ребятки, наверное, сейчас вас на кого-нибудь перекину. Вот, а продолжим с вами уже завтра. Так что всем спасибо, что смотрели, и убьем этого пса завтра.